Славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит, время Отцу воздать хвалу за все, что Ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Славь, душа моя Господа! Славь, душа! Славь, душа Господа! Славь, душа! Имя святое Его! Пой Ему, как никогда! Пой, душа! Благослови Господа! Новый день приходит, время Отцу воздать хвалу за все, что Ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Благослови Господа, пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Мое желание, ну, делиться темой о вере. Все-таки мы приходим все с вами сюда, и мы очень сейчас разные из-за уровня хождения в Боге, нашего искания, наших желаний. У кого-то вера там поболее, у кого-то поменьше. И действительно, ну, поймите, все эти благословения, все эти обетования, о которых мы читаем в Библии,
мы можем слушать там проповеди, читать книги мужей, жен веры, которые нам написали назидание, наставление. Все оно работает по вере. Кто что принял, насколько эта вера простиралась, насколько этой веры хватило или хватает нам. И вот, ну, сегодня мы здесь собраны. Я понимаю, что вот все, что Бог дал, а действительно, ребят, там просто написано, я даровал вам все для жизни и благочестия. Но принимается это только верой. Верой в то, что Бог написал, верой в исполнении тех шагов, которые нам нужно сделать. И вот сколько я, ну, как бы наблюдаю, замечаю, люди очень интересные. Один желает все принять, он при этом прилагает старания, усилия, постится, молится, стучит, ищет. Другой просто безрассудно относится к своей жизни. В итоге разбитые, побитые, больные, немощные, в нищете, в долгах, в скудости. Выбирает каждый сам. Бог просто нам предложил, говорит, я тебе предлагаю добро или зло, благословение и проклятие. И каждый из нас выбирает, что ему дорого, что ему нравится, что он хочет иметь дальше в жизни. Ни на кого валить не надо, это мой, это твой выбор. Хочешь благословения, ищи, стучи, как Писание говорит, а то оно придет. Но если тебе они не нравятся, ты живешь абы как, ну, это твой выбор, твой выбор. И вот я еще раз говорю, что все, что написано нам, вот все, что сделал Господь, все, что Он совершил на кресте, все, что даровал нам, Он говорит, все это только верой. Без веры ни ты, ни я Богу угодить не можем. Конечно, я вспоминал свои там первые годы хождения, это, ну, прошлый век, 84-й год, когда я первый раз слышал проповеди евангельские, ну, конечно, какая там вера, там ничего не было, мне очень было трудно понять, единственное, что-то там Бог производил во мне, было желание познать Бога. За эти годы я вижу, как тысячи, десятки тысяч людей приходили, они, у них появлялось желание что-то познать Бога, принять от Бога, но далеко не у всех получалось. Далеко не всякий принял то, что Бог дал, то, что Он сделал, то, что Он совершил. Естественно, у кого-то возникают вопросы, почему я чего так, ну, для себя я давным-давно ответ нашел, почему происходит, ну, в нашей жизни так. Почему вот мы здесь сидящие, смотрящие, один приходит к Богу, пусть разбитый, побитый, но он через какое-то время восстает, поднимается, принимает от Бога благословение. Разницы нет. Здоровье там, восстановление семьи, создание новой семьи, финансовое благополучие. То есть человек становится светом. Другой же, приходя, он мыкается, тыкается, смотришь, проходят какие-то годы, где был, там и остался. Я думаю, что рядом с собой, кто давно в Боге, вы всегда видите таких. Ну вот почему и от чего это происходит, ну вот я хочу поделиться с вами. Что-то вы знаете, разумеете, ну что-то больше меня, меня учите, я готов принимать, пожалуйста. Это интересно всегда. И вот, ну, мы должны знать, главная притча Библии – это притча о сеятеле. Бог, Он говорит, просто, это самая главная притча, если ты ее не понимаешь, Он говорит, ты вообще о других притчах забудь, ты их не будешь разуметь. И эта притча о семени, она настолько проста, уж куда дальше понимать. Ну, к сожалению, я первые годы не понимал, видимо, чересчур умный был, не доходило до меня. Прошло уже более там 20 лет хождения в церковь, и я вижу, как эти слова истины. Все, что Господь написал, оно истина. Всего, допустим, вот мы здесь сидящие, слушающие, 4 разные почвы у нас сердец. Бог сеет в сердце. У нас 4 разных состояния. Мы все очень одинаковые. Это, ну, может, сидящие думают, да никто не знает, как у меня. Все это, ребятки, ерунда. Ерунда. И вот Господь, Он сеет семя. Сеется семя в наше сердце. Наше сердце или нашу душу, как написано, сеется тело душевное. Вот Он сеет
в наши сердца, в наши души, со всеми там нашими болями, ранами, со всеми нашими неверными пониманиями. Он сеет, ну, как бы в сердце мое, твое семя, а там что там? Гордость, зависть, осуждение, злословие, поношение, обиды, горечь, ложь, блуд, непокорность, идолопоклонство. Оно вот такое сердце человеческое в целом. И Бог туда сеет семя. Он сеет в надежде, что ты примешь то, что Он дал, что ты возжелаешь и возжаждешь принять от Него то, что Он для тебя приготовил давным-давно от чрева матери. Просто Он говорит, мы должны прилагать старания для этого. Мы должны приложить все усилия. Это, ребята, ну, номер один. Я много лет читал, и там Господь сказал, ты должен приложить все старания, все усилия. Я многие годы не делал этого. Естественно, те Божьи благословения, те Божьи обетования, которые были моими, я не мог принять по своей просто бестолковости. Это потом начал понимать, стоп, надо прилагать старания, надо очищать свое сердце, потому что я много раз замечал, я приходил на служение, и я ездил на конференции, мне было приятно, мне было хорошо, Бог что-то делал, касался, я возвращался домой, и где был, там оставался. И я понимал, что надо что-то выбирать, потому что с одного источника не может течь горькая и сладкая вода, надо делать какой-то выбор. Ну, слава Богу, сделал выбор в пользу Слова Божьего. И вот когда Господь сеет, вы пришли, да, тот опыт, который Бог дал, спасибо за ту веру, которую Он вложил в мое сердце, я благодарю Его за те обетования, благословения, которые Он изливал, служение, которое вверял, я благодарен Господу. И вот теперь моя работа сеять семя, как сеятель. И ничего нового нет, то, что я буду сеять, оно работает, да и аминь. Но, ребятки, выбирать-то вам придется. Вам придется выбирать зло или добро. Вам придется вычерпать из своего сердца всякое зло. Или вы как привыкли, так и будете жить. Сила привычки, она очень велика. Я думаю, я вам проповедовал, и вы уже догадываетесь, не так-то просто изменить привычку. Желание добра есть, но что делал, то и делаю. И вот так многие дети Божьи, но на моем пути их много было, с кем я молился, постился. У многих были желания что-то достигать, восходить на высоты, побеждать, но далеко не все это сделали. Потому что вот усилия и старания я за вас прилагать не могу. Это выбор каждого. Вот если вы желаете измениться, да, очень просто так, если вы желаете одержать победы, то надо усилия и старания. Простой детский вопрос. Вы готовы к этому? Ну ладно, вы готовы, хорошо, это приятно. Итак, вот как оно работает. То, что я вам проповедую, поймите, это опыт жизни. Из всего, что я вам наговорю, вы 10% запомните. 20%, если вы будете слушать, переслушивать, конспектировать, процентов 50, если начнете исполнять. 100, если больше меня попашете, 150-200, если переплюнете. Ничего нового нету. И вот сеется семя. И благое семя, я буду сеять о вере, расскажу вам, как она работает. Все просто, научно, обосновано, все из Писания. Я этого не знал в 80-е годы, но сейчас по доброте душевной просто делюсь с вами. Меня этому не учили. А я учу вас. Вот первое, что происходит, сеется семя. Любая тема, любая проповедь, она может вас касаться. Вы можете, где-то сердечко бьется, где-то вы плачете, где-то понимаете, что Дух Святой говорит, ваше сердце, это ваше, это для вас. Но потом проходит какое-то время, и где ты был, там и остался. Почему? Ну, потому что Иисус просто учил вот почвы сердец. Одно там посеяно при дороге, самым простым способом объяснял. Другое на каменистом месте сеется, другое в тернии сеется. И только четвертое почва – это доброе, чистое сердце, которое начинает приносить плод.
Все хотят этот плод, все хотят видеть результат в 30, 60, 100 крат. Бог больше нас этого хочет, но выбор от нас. И вот как это происходит. Я буду сеять вот сейчас Слово Божие. Дьявол постарается сегодня же, здесь, пока вы сидите, ваши мозги забивать всякой ерундой, по обычаю многих лет. Чтобы это слово, оно не пало на добрую почву. Чтобы это слово не вошло в вас, чтобы это слово не изменило вас. Он будет стараться вытащить это слово любым путем. Потом, ну как, каменистая почва, когда сеется, о, люди принимают, кивают головой, да, это классно, загораются, постятся, молятся через какое-то время. Неочищенное сердце, не очистили там глубины своего сердца, где были, там остались. Разочарованные. Другая почва – это те, кто, они приходят, они начинают стучать, искать, молиться, поститься. Что-то приходит в их жизнь, приходят изменения, они начинают служить и служат, но дальше не растут, потому что что там? Заботы века сего, обольщение богатством, любое другое пожелание, оно начинает пожирать это слово. Вот то, что вы читаете, оно пожирает, оно очень сильно. Очень сильно, потому что заботы века, мы все думаем, как есть, как пить, во что одеться. Господь говорит, не заботьтесь об этом, мы ему отвалим, трудно, не знаю, что делать, что и как. Мы не доверяем Богу, не хватает веры. И вот это вот все в нас крутится. Другое обольщение богатством кидается, услышал, Бог желает, чтобы мы были богаты, щедры, прекрасно. Начинают искать этого богатства больше, чем Бога, влетают, пролетают. И лишь вот есть одно доброе почва, это где в чистом сердце человек начинает очищать, человек начинает исполнять слово, принимать добро вместо зла, в терпении он начинает приносить плод. Многие, те вот, ну, то, что я видел, ну, как бы больше третья почва, заботы века, сегодня обычно в семьях все погибает. Очень большая часть людей. Вся энергия, вся сила уходит на семьи, дети, внуки, и то, что Бог приготовил, оно проходит мимо. Это печально, но это так. Печально, но это так. И ну что нам делать, как поступать, чтобы вот действительно то, что Бог нам дал, оно стало нашим. Ну, ребят, я, конечно, как бы спасибо Господу за эту возможность летать, перелетать, встречаться, общаться, но я вижу одно и то же. Для меня дороги сердца, конечно, которые, несмотря там на испытания, страдания, они стараются приносить добрый плод, они стараются что-то делать для Господа. Я видел в большей степени множество религиозных сердец, которые знают Слово Божье, знают, что там написано, видят другие, как правильно или неправильно поступают, но не живут Словом. Это вот просто пустая религия. Нету доброго плода, нету славы Божьей, нету успеха, который Бог нам желает, потому что просто прорастают этой религиозной жизнью, не знаю, что для себя придумывают, выдумывают, но, в принципе, я стараюсь брать добрые, хорошие образы из Библии, есть к чему подражать, есть к чему стремиться, есть к чему стремиться. Ну, что я вам хочу рассказать сегодня? Я хочу просто рассказать, как оно все это работает. Вот, ну, немножко я говорил, вот там, ходить в духе, или как Бог желает, чтобы истинные поклонники поклонялись Ему в духе истине. Ну, искренне, честно. Кто знает, что это такое? Ну, я так догадываюсь, что почти никто. Почти никто. Это трагедия, потому что мы, ребята, пытаемся понять Библию душевно. Душевный человек, написано, не принимает что от Бога. Мы пытаемся понять Библию через опыт жизни, где не было Бога. Мы пытаемся понять Слово Божие, которое Господь нам дарует, через какие-то свои привычки прошлого. Оно никак не работает. Никак.
Душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Он почитает безумством. Душевный человек, он начинает состязаться с Богом. Мы начинаем доказывать Богу, что он не прав. То есть вот то, что я говорил много раз и говорю. Бог пришел дать жизнь и жизнь с избытком всем до одному. Бог пришел даровать и даровал тебе и мне все для жизни и благочестия. Всех до одному. Бог желает, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Для всех это истина. Но наша душа, она не соглашается. Наша душа, она начинает враждовать. Наша душа начинает бунтовать. И мы пытаемся сквозь опыт прошлой жизни понять духовное. Это невозможно. Невозможно. То есть, ну как бы, для служения, если кто там был пастором, у него 100 человек, он никогда не поймет, что такое 1000 человек. Нету опыта. Если у тебя никогда в кармане не было 50 там, тысяч сом или там, не знаю, 5 тысяч долларов, ты никогда не поймешь, что такое 100 тысяч, хоть напрягай все извилины. Бесполезно. Опыта нету просто. И вот, когда мы приходим к Богу, вот он говорит, я все дал, а у нас опыта нет, как, что? Он говорит, это только по вере. Это принимается верой. Верой в то, что я дал, верой в то, что я совершил для тебя, верой в то, что это все твое, верой в то, что если ты будешь исполнять слово, все эти обетования, шаг за шагом, они будут приходить в твою жизнь. И в пример веры он оставил нам нашего, как отец веры Авраама, отец веры для иудеев, мусульман, христиан, ну, одни бестолковее других. Сомневаться не приходится в этом. И вот его вера, на чем она основывалась, в книге послания римлянам написано, что Господь говорит, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому ты поверил, животворящим мертвых, называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, как сказано, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, утроба Сара в умертвении, ей 90, не поколебался в обетовании Божьем, неверием, прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, будучи уверенный, что Бог силен исполнить обещанное, и получил. Вот есть ли в тебе сила веры в то, что Бог исполнит обещанное? Вот это самое важное, верить, что Бог, ты пришел дать мне жизнь и жизнь с избытком. И может быть у меня ее нету сегодня, но ты силен, Божий. Я буду уповать, я буду стараться, прилагать усилия, старания, чтобы то, что ты сделал, стало моим. И это есть образ как бы веры. Вот пример, что нам делать, что нам совершать. И когда он, Авраам, вот не поколебался в Божьих обетованиях. Мне нравится, как бы это начало его жизни, что он шел верой, и конец его жизни, это для тех, кому за 30. А там написано так. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, приложился к народу своему золотом, серебром, стадами овец там и животных. Вот это жизнь веры. Принцип веры. Теперь я, ну как бы, объясню этот принцип веры. Вот что было вера, ну как бы, вера это то, что мы должны знать. Ну это греческий перевод, что она означает, что мы уверены в том, на что надеемся, верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Вот смотрите. Бог дал жизнь, пусть у тебя ее сейчас нету. Бог желает твоего успеха, побед, благословений. Бог желает славы для тебя, Бог желает торжества. Бог желает, чтобы ты был крепок, здоров. Нету у тебя этого. Но ты с малой верой начинаешь обращаться. Что такое вера? Ты с верой начинаешь обращаться к Господу. Господь, помоги мне это принять. Помоги мне растворить верой своего сердца то, что ты дал для меня. То, что ты дал. Это, ну как бы откровение, вот
ну, как оно работает? Ну, моя задача, да, объяснить, как это работает. Вот что ты хочешь, ну, для себя, я говорю, очень важно определить, что ты хочешь для себя в этой жизни. Очень важно, ну, вот к чему-то стремиться, поймите, ребятки, вот очень важно иметь цель, что ты хочешь. Это самое важное. Вот что ты хочешь, к чему ты стремишься, что ты ожидаешь. От этого очень важно. У тебя этого нету, но ты с верой обращаешься к Господу. Ты своими устами называешь несуществующее, как существующее. Это мое, потому что Бог обещал. Это мое, потому что оно написано в Слове Божьем. Может быть, Бог тебе давал какое-то видение, сновидение, откровение, что кем Он тебя желает видеть. Что-то Он тебе показал, доброе, хорошее, так вот это ценить надо, дорожить. Это вот, вот это семя веры, которое Он посеял, положить в свое сердце и постоянно, и каждый день, ну, стучать, просить, искать в молитве, чтобы Бог сделал то, что Он обещал. Поймите, вот, ну, ошибки какие бывают. Мир веры, да, мир веры, вера, она... Ну, это духовное название. Вера, она в духе. Вот что-то у тебя нету, но ты прочитал, оно есть. Все для жизни, все для благочестия, крепость, здоровье. Все, Бог дал славу, может, у тебя бесславие. Все просто, я желаю это принять, Господь. Я здесь, я хочу это принять, я хочу принять то, что ты сделал, то, что ты совершил для меня. Что от меня надо? Отец веры, поверил Авраам Богу. Так, я верю тебе, Господь, что это обетование для меня. Что дальше? Я провозглашаю это слово, то, что, ну, я желаю это видеть, я желаю это принять от тебя. Успех, победы, благословение. Она должна быть цель, к чему я стремлюсь. Цель. Я, ну, много всего читаю постоянно, такая работа у меня. Я не знаю, это чьи слова, но мудрее не скажешь. Ребят, если нету цели в жизни у тебя, то тебе придется работать на того, у кого она есть. Все. Вот если нету цели в жизни, ты будешь пахать на того, кто их имеет. Это истина. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу: Кыргызстан, город Бишкек, 72-00-17, улица Чуйкова, 138, абонентский ящик 675. Электронный адрес: kainonia@lk.kg. Наш сайт: www.isus.kg. Телефон: +996 312 31 60 37.